сразу проверим это. Насосик небольшой. Так сказать, на 12 вольт должен быть. Сейчас будет немножко побольше. Ну, вот у нас вот такой вот. Маркировки никакой нету. Хотя бы с резиной. Вроде как герметичный. И прям пипец, и тонкий одновременно. Что ж, мы разобрались, давайте проверим его на исправность. Дальше у нас всем привет, и сегодня именно на обзоре. Так, вот разбираем. Вот это эксцентрик, вот сюда вал, а вот эта часть крутится, и он просто заплавился, потому что смазки не было. Так он, короче, на моторе ходит с эксцентриком. Смазки не было, он просто сплавился. Вообще тут по-хорошему подшипник должен быть. Но подшипника тут нету, чтобы покупали побольше. Плохое качество, короче. 12 вольт. Ни первым, ни вторым. Маркировка хоть какая-либо отсутствует. Ни здесь, ни здесь, ни здесь. Нет никакой маркировки, он не работает. Ну, думаю, видно, что он не работает. Просто жужжит, но не работает.